Друзья, всем привет! Два дня назад вышел Low Miner 1.17. В первой строчке в изменениях написано, что уменьшение энергопотребления при майнинге эфира на картах Navi. Я решил сравнить, есть ли это уменьшение энергопотребления относительно других майнеров. В сравнение решил взять три майнера. Это Team Red Miner, Phoenix Miner, ну и Low Miner. Начальные условия у всех одинаковые. Майню с одинаковым разгоном. Давайте перейдем. 4 карты RX 5600 XT. Все карты выставлены по автофану на 55 градусов по ядру. Давайте смотрим, какой хешрейт. Даю прогреться, вот буквально 7-10 шар. Хешрейт 169.05, это Team Red Miner, самый последний, который есть в RaveOS, 0.7.21, энергопотребление 441.5, ну, примерно 441-442. Запоминаем. Теперь я буду переключаться между майнерами, буду запускать на этих же картах, на этих же настройках, даю прогреться примерно до 10 шар. И смотрим энергопотребление. Ну, поехали, давайте запустим Феникс. Итак, 9 шар, карты прогрелись. Давайте посмотрим. Феникс Майнер 5.4B 172.37 мегахэша. На TeamReady было 169.05. Давайте посчитаем. Это 172.37 минус 169. 0.5. Получили 3,3 плюса мегахэша. Давайте посмотрим энергопотребление. Энергопотребление 446, ну, грубо с половиной. А на TeamReady было 441,5. За 3,3 мегахэша, который нам рисует Феникс, мы заплатили плюс 5 ватт энергопотребления. Ну, теперь давайте посмотрим, запустим Low Miner. Итак, карты прогрелись, 8 шар. Ну, чтобы эксперимент был одинаковый у всех, примерно на одинаковом промежутке времени. Давайте зайдем, посмотрим. Итак, Low Miner 1.17, хешрейт 169.25, очень близок к Team Red Miner. Team Red Miner буквально на децл меньше рисовал. Ну, вот уже 12 шар. И потребление 437,6. Напомню, что на Team Red Miner было 441,5, а на Phoenix 446. Соответственно, Low Miner действительно получается, что потребление потребляет меньше. Меньше, чем Team Red, примерно на сопоставимом хешрейте, на сколько здесь, на 4 ватта, по 1 ватту с карты. Конечно, можно предположить все-таки погрешность измерений, но опять же теоретически можно предположить, что погрешность измерений она одинакова во всех моих трех измерениях, и возможно мой Sonoff с одинаковой погрешностью меряет, и она не изменялась в течение моих трех экспериментов. Соответственно, все-таки Low Miner получается действительно чуть-чуть, исходя из моего эксперимента, при майнинге эфира, вот конкретно на моих видеокарточках, это гигабайты RX 5600 XT, прошитые биосом от Red Panda, потребляют чуть-чуть меньше, чем Team Red, при одинаковом хешрейте. Хешрейт же, ну да, примерно одинаковый. А Phoenix потребляет больше, но хешрейт выдает больше. А вот кто из них как бы выдает честный хешрейт и кто больше выдает шар, это тема довольно сложная, обширная и долговременная. Также я не могу ручаться за стабильность Low Miner, потому что я эфир на нем не майнил. Но оставляю Low Miner запущенным. Team Red
на моих, которые настройки сейчас у меня очень стабилен, был сутки напролет, работал без никаких сбоев, оставляю WallMiner, попробую на нем помайнить несколько суток, и потом в своем телеграме отпишусь, какие будут результаты. Если будет кому-то интересно насчет стабильности WallMiner, ссылочка там у меня есть в описании на мой телеграм-канал, на телеграм-чат. Подписывайтесь, заходите. Я потом буду публиковать данную информацию, как WallMiner по стабильности. Будут ли какие-то сбои, хотя у нас сегодня пятница, а завтра суббота-воскресенье, Беларусь. Вы сами понимаете, что по выходным у нас бывают проблемы с интернетом, поэтому стабильность может отсутствовать, особенно в воскресенье. Интернет отрубят, и все, и вся стабильность поехала гулять. Ну, вот такой вот мини-эксперимент. Хотя, вот видите, хешрейт чуть-чуть снизился, 168-169. Ну, примерно все равно так же, как Team Red Miner выдает. Ну, посмотрим, что из этого получится. Вот такая вот у меня получилась ситуёвина. Ссылочку оставлю на WallMiner. Ну а в принципе, если вы пользуетесь RaveOS, то вам ссылочка не нужна. Он уже есть в самой операционной системе. Всем пока!